Какие колеса есть у гусеничного транспортного средства? Собери все воедино. Грузовое колесо. Танковый протектор. Ведущее колесо. Рулевое колесо. Колеса гусеничного транспортного средства особенные. Существует много колес, приводящих в движение длинный танковый протектор. Гусеничный транспортер может ездить по грязи. Нажми кнопку и веди гусеничный транспортер вперед. Танковый протектор плотно прилегает к земле, поэтому гусеничный транспортер не скользит. Смотри, с широким протектором гусеничный транспортер застрянет в грязи с меньшей вероятностью. Широкий протектор бака позволяет гусеничному транспортеру двигаться более плавно. Гусеничный транспортер достигает места назначения. Давайте засыплем большую дыру грязью. Ура! Миссия выполнена!